Виновным в крушении самолета Superjet 100 в Шереметьево назван командир воздушного судна Денис Евдокимов. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на свои источники. По данным издания, вину пилота установил Следственный комитет. Напомню, авиакатастрофа произошла в аэропорту 5 мая. Погибло 40 пассажиров и один член экипажа. Еще 10 человек получили травмы. Следователи установили, что Евдокимов осуществил грубую посадку, нарушая установленные правила. Из-за этого самолет разрушился и загорелся. Напомню, он летел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Попавшая в него молния вызвала отказ электроники.